Приветики! Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Zombie Acer. И как ты понял, она про зомби. Что ж, начинаем. 2035 год. Прошло 9 месяцев после первых сообщений о заражении. Жители мегаполисов были инфицированы достаточно быстро. Немногим удалось найти выход. Теперь они скрываются в лесах или остаются в небольших поселениях, которые удалось отбить у инфицированных. Первые зараженные не отличались высоким уровнем интеллекта, поэтому не были способны содействовать дальнейшему распространению инфекции. Вскоре запасы продуктов питания и других ресурсов закончились. Те, кто выжил, начали организовывать рейды за провизией и техникой в городе. Эта опасная, но выгодная деятельность стала приносить результаты. Небольшие группы рейдеров начали восстанавливать поселения и посвящать себя добыче ресурсов. Подобные отряды стремительно восстанавливали железнодорожные сообщения, чтобы поставить ресурсы новым поселениям, получая взамен все необходимое. Многим молодым людям удалось получить работу в таких группах. Неделю назад и я стал рекрутом одного из основных отрядов в нашем регионе. Казалось, что жизнь налаживается. До сегодняшнего утра. Я проснулся! На улице какой-то ад творится. На кроватях никого, все уже убежали, я последний. Чё за чёрт? Это ещё что за шум? И сирена? Надо разобраться, парниш. Это зомби? Где зомби? Ты видишь зомбаков? Ну да, вон там кто-то стоит. Я еле разглядываю всё через это потно-грязное стекло. А тут чё у нас? Чёртовы зомби! У ворот. А где ворота? Я не вижу ворота. У меня какой-то парниша-экстрасенс, видимо. Кстати, блин, чуть не забыл. Спускайся вниз под видео и поставь свой царский лайк. А еще не забудь подписаться, если ты не подписан. Это очень важно. Тачки есть. Одна горит. Кажется, кто-то пытался покинуть базу на автомобиле, но не справился с управлением и столкнулся с деревом. Печали мучу. Короче, выходим отсюда. Мне нужно захватить ботинки, рюкзак и найти какое-нибудь оружие. Ща обыщем тут все. Нифига себе, сколько припасов. Да ё-моё, да тут вообще жить можно... Кутить, я бы даже сказал. Можно я никуда не пойду, я здесь останусь. Блин, а зомбаков реально тут много. По всей видимости, это мои братюни заразились. Я остался один в живых. Короче, берем биту. Все здесь забираем. Чипсики, картошечку. О, ножик. Ништяк. Холодное оружие. Мы теперь вооружены. Надо только это оружие достать сейчас. Что у нас тут? Патрики. Шикарно. А пестик будет? Нет. Можно еще шкафы проверить. О, ботинки! Как раз мой чувачок говорил про ботинки. А вот и рюкзак, кстати. Ну что, теперь нужно это как-то одеть. Где тут инвентарь мой? Вот он, инвентарь. Как нам одеть? Я сейчас, смотри, могу носить всего 10 килограмм предметов. Это прям печально. Надо достать сразу кинжал, биту и водичку обязательно. И чипсы пусть будут в быстром доступе, чтобы я мог поесть, попить. У нас, кстати, характеристики, смотри, какие. Глаз, по всей видимости, это наш стелс. Ну-ка, я присяду. Да, точно, это стелс. Также нам здесь необходимо спать, пить, есть и силы. Это, наверное, да, это выносливость. Если она кончается, я перестаю бежать. Ну и, конечно же, хпшечки, все понятно. Так, выходим отсюда. А, подожди. Знаешь, что я забыл? Я забыл одеть ботинки. Одеваем ботинки, это увеличивает нашу скорость передвижения. Ботиночки одели. У меня ноги есть? Нет, ног нету. Посмотреть на свои красивые ботинки не могу. Одеваем рюкзак. И наша вместимость увеличилась до 30 килограмм. Ништяк. Все пока хорошо начинается. Переношу это все сюда. Идем осматривать помещение дальше. Выключите свет. Так, свет не работает. Это у нас ванная комната. Надо проверить все тумбочки. В туалет я не хочу. Ни по большому, ни по маленькому. Смыть унитаз тоже не могу. Вот разбить, кстати, я его, походу, мог, да? Воду, воду, воду. Ох, сколько воды-то. Шикарно. Последняя комната. А это еще одна спальня была. Походу, тут много народа жило. Я не могу прорваться к машинам через эту толпу. Надо найти другой путь. Я должен запастись провизией и попытаться добраться до поезда через складскую зону. О, началось. Откроем этот Граната! Вот это мне фартануло. А, прикинь, я прыгать тут не могу. Он просто кувыркается и все. А это что за кнопка?
Ништяк, я отключил сирену, а то она меня бесила. Ребята, как вас много-то? Давай обыщем, короче, кухню по-быстренькому. Пусто. Что-то на кухне. О, консервы с водичкой. Делаем это все максимально быстро, потому что мы эвакуируемся. Интересно, а кто включил сирену? В холодильнике ничего не было, прикинь. Все сожрали. Тут у нас что? Это туалет. Черт подери. Пусто. Ой. Надо закрыть за собой. Короче, все. Я здесь все обыскал. Тренажерочка даже у них тут была. Скакалочки. Боксерские груши. В общем, через парадный выход мы пройти не сможем. Давай попробуем пройти через задний. Ну-ка. Надеюсь, что тут никого нету. Закрыто. Тут не выйти. А что если здесь? А здесь открыто. Присядем. Я здесь могу как-то пролезть, сломать эту штуку? Нет. Ограждение очень крепкое, несмотря на то, что оно поломано. Пролезть я там не смогу. Двери закроем. Аккуратненько, просто очень тихо прокрадываемся. Слава богу, здесь никого нет. Вон там, вон, смотри, ограда сломана, можно выйти. А тут, скорее всего, складская зона. Блин, сколько их тут. Он прямо на меня смотрит. Прикинь, в мусорке можно покопаться. Я прям какой-то бомжар. Туда я не пойду. Ну нафиг их. Ой, блин, вон там он еще один стоит. А-а-а, как мне туда выбраться? Они кругом здесь, они просто меня окружили. Реально такое ощущение, что моя братва вся позаразилась, и я здесь один-одинешенько остался. Короче, я все проспал. Я проспал вирус, ты прикинь? Мне просто фартануло. Надеюсь, он нас не запалит. Я смотрю на стелс-режим, и у нас 33%, что он нас заметит. Кстати, в ящиках может что-нибудь? Может. Они пустые. Хорошо, что он не слышит, как мы в ящиках шаримся. А то мне бы был капец. Короче, эти зомбаки, как было ранее написано в предыстории, видимо, еще не совсем интеллектуально развиты. Это первая версия зомбаков. Блин. О, ящик. Очень аккуратненько. Здесь кровище. Кого-то здесь, видимо, подъели немножечко. Бабки. Бабки нашли. То есть я здесь могу с кем-то еще поторговать. Это хорошо. Есть вероятность найти живых людей. Какие-то металлические конструкции нахожу. Видимо, что-то я буду тут мастерить. Ой, вон там зомбак был. Еще металлический... О! Как это я сделал? Подожди. Я вот так вот выгляжу? Вот это я пацанчик такой, да, крутой? Давай снимем ботинки, я хочу посмотреть. То есть я босиком проснулся, все ясно. А рюкзак? Ну круто, теперь я буду смотреть здесь, в этом инвентаре, как у меня чего. Кстати, у нас первый уровень, я здесь могу что-то прокачивать. Давай, наверное, качнем здоровье. Могу качнуть? Да, могу. Как-то странно. У меня все в минус 3 уходит перки. А как так-то? Еще выносливость могу качнуть. Странно. Как я так вкачиваю? Блин, ну так неинтересно, подожди. Давай-ка я перезайду. В общем, я снова на том же месте, где остановился. У меня здесь все сброшено. В общем, это еще ранняя версия игры, поэтому здесь недоделаны эти перки. И я буду качать, ну, по-правильному. Как только у меня будет второй левел, я сразу прокачаю что-нибудь здесь из этих талантов. Вот. Но пока, как ты можешь заметить, тут появился зомбак. Нужно его очень аккуратно ликвидировать. Или он нас не запалит. Я надеюсь, что он не запалит. А если запалит, то придется его забить битой. А еще мне кажется, что эта бита... Сколько она наносит дамага? 10 дамага. Это очень мало. Блин! Я не хотел с ним драться, но походу придется. А еще мне нужно, чтобы нас не запалили. Блин, они очень мощные. Я его ушатал с 4 ударов, получается у него 40 хп. Так, это я коробки смотрел. Зомбаков осматривать нельзя, понятно. Они бомжары. Там не пролезть. Здесь надо быть очень аккуратным. Кстати, а ножик сколько у него? У ножика 6 дамага. Бита круче. Бита круче. Блин. Вот этот какой-то тип вообще опасный. Ты посмотри на его пакли. Они у него очень острые. Нужно все аккуратненько здесь обойти, чтобы нас не заметил вот этот чел. Хотя челом его сложно назвать. Больше он на орка похож зеленого. Орк зеленый. Обитает на промзоне. Все, можно бежать. Спокойненько.
Спокойненько. Поднимаемся. Тут никого нету. Фига себе, их там сколько. Чё они заорали-то все? Ладно, обыскиваем ящики пока. Пока что у меня есть фора, я наверху. Если чё, я услышу, что кто-то поднимается. Блин, ну капец. Кругом одни зомбаки. Давай я пробегусь быстренько сюда. Чтобы взять бочку, мне нужно убрать предмет с руки. Вот тебе бочка. Давай ее кинем. Ага, нет реакции. Хорошо. Могу коробку взять? Нет, не могу. Тряпочки какие-то нашел. Железяку и еще железяку. Все, думаю, что пора бежать отсюда. Железка, железка, где же может быть железка? Вон чувак в каске был. Полицай, наверное. О, медикаменты! Шикарно, это очень ценная вещь в апокалипсисе. Здесь пройти никак. А, тут ящики. Все забрал, двигаемся дальше. Где же... Вот, вот, кстати, ЖДХ. Значит, где-то должен быть поезд. Там город весь горит. Здесь я спущусь вниз. Но мне вниз-то не нужно, потому что там проход ведет сюда, к зомбакам. Не-не-не, я туда не спущусь, спасибо, не надо. Книжечка какая-то валяется, можно подобрать? Нет, нельзя. А вот, кстати, поезд. А это депо. О, блин, блин, вот это ты меня напугал. Да ну нафиг, я, короче, сваливаю. Как мне свалить? Блин, прыгать-то тут нельзя. Кувырки только. Опа, как я удачненько упал. Блин, вот это я, конечно, кирпичи сейчас тут навалил у себя. Фух. Ты видел, как меня дернуло? Я думал, что меня никто не видит. Видать, меня услышали. Кто-то ломится здесь в двери. Опс. Опс. Они с двух сторон их ломают, эти двери. Не будем им мешать. Просто обыщем тут ящики. И свалим нафиг. Быстрее, быстрее, быстрее. Обыскивай все ящики. Эти ящики я, по-моему, проверил, да? Все. Там вон есть лесенка. И товарные вагоны. Они закрыты. А смотреть, что в них нельзя. Здесь еще одна дверь. Ой, нет, 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 нет. Хотя, вон туда можно пролезть. Ребята, уж меня не заметите? Ух, блин. Все, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг. Короче, валим отсюда. Door closed? Нет, дверь открыта. Можно я залезу туда? Нет, походу нельзя. Бежим. Залезть. Шикарно. Идем сюда. Что у нас тут есть? О, ящик какой-то. По всей видимости, я сюда могу что-то складировать. О, тут по-русски написано, нифига себе. Ленинская дорога. Женщина на паровоз. Не ходи по железным путям. Опасно для жизни. Берегись буферов. Хе-хе, прикольно. Тут у нас есть рация. Вот это крутить можно? Нет, нельзя. Это что у нас? Fuel tank. Топливо. У нас очень мало топлива. Ни шиша, ни полный бак. Тут у нас верстак, по всей видимости. Да, это верстак, можем что-то мастерить. Кстати, вот тебе и металлические всякие приблуды, из которых мы сможем что-то соорудить. Например, верстак улучшить я смогу? Да, смогу. Ну давай это и сделаем прямо сейчас. Все, я что-то сделал. По всей видимости, улучшил верстак или... Да, вот он, этот верстак, он переносной получается. Ух ты! Панель управления. Так, это у нас ручной тормоз. Спотлайт. По ходу освещение. Хорн, это у нас, как он? Гудок. Тут у нас что? Реверс, это управление поездом, куда он будет ехать, вперед или назад. Зажигание, давай, включим зажигание. Поезд завелся, отлично. Добавим немножечко скорости. Прямо 100%. Еее, мы поехали, прикинь. Круто. Круто, круто, мы поехали. Ой, ребят, бегите, а то вас собьет нафиг. Прикольно. Всех нафиг позбивал. Юу, мы сбежали. Мы сбежали, шикарно. Мне бы главное теперь не навернуться с этого локомотива, потому что я не догоню свой поезд. Кто там? Не, дружище, ты меня не догонишь, я уже сваливаю. Фух. В дальний путь, как говорится. Кстати, зомбаков тут много на территории бегает. Смотри, там, там, как ромашки, блин. И одуванчики растут на полях. Город таки прикольный, альпийский. Коровок не хватает. Городу, конечно, досталось знатно. Весь горит, весь дымит.
Интересно, а куда мы едем? Еще бы топливо у меня не кончилось, а то его совсем там мало. Ну, кстати, топливо кончается не так быстро, как хотелось, но я думаю, что в итоге оно кончится. И мне придется сойти с поезда. Кстати, да, пойдем-ка посмотрим вагоны, которые прицеплены к поезду. У нас там два вагона еще с зацепом идут. Я могу туда попасть? Ага, могу. О, как просторно. Классно. Фига себе, это все мне? О, даже свет работает. О, опасно. Можно и вылететь отсюда. Или прицепить сюда дополнительный вагон. Интересно, а можно это будет сделать? Ладно, закрываем дверь. Пошли отсюда. Ух ты, как красиво. Природная такая арка, туннель. Кому как угодно. Но очень круто. И мы сейчас проедем под этим лежащим камнем. Кстати, мне нужно покушать. Можно я покушаю? Пожалуйста, дайте мне покушать. Как мне использовать? Вот. Мы едим с тобой шоколадку. Пополняем здоровье. О! Кажется, там наша первая остановочка. Смотри, городочек есть небольшой. И туда же леска ведет. Угу. Значит, едем туда. Еще одну шоколадку сейчас съем, попьем. И, в принципе, все у нас пучком. Только вот поспать надо будет скоро. Через 72% у меня иссякнут силы. Кстати, мы с тобой еще не попробовали гудок. О, да. Пойдем теперь проверим свет. Горит, не горит. Непонятно, горит он или нет. Фиг поймешь. Ого, я видел внутренности. Смотри-ка. Шикарно, я могу заглядывать внутрь нашего локомотива. Свет давай тогда выключим. Вот. Чё-чё-чё, чё еще на верстаке можно сделать? Молоток, для чего он нам нужен? Не знаю, для чего он нужен, но давай сделаем, пусть будет. Написано, что это лучше, чем ничего. Так, мы его сделали. Давай глянем. Короче, этот молот что-то нам позволяет ремонтировать или собирать. Непонятно пока. О, кстати, мы уже приехали. Шикарно. Так, надо сбросить скорость. Сбрасываем скорость. И сейчас нужно будет врубить тормоз. Так, тормоз, тормоз, тормоз. Мы подъезжаем. Все, врубаем тормоз. Ух, как четенько я остановился. Ну, кстати, не совсем. У меня здесь будет сложно сходить. Давай немножечко задом отъедем. Давай назад. Чуть-чуть отъедем. Тормоз надо убрать. Назад. Еще, еще, еще. Все, тормоз. Реверс обратно врубаем. И глушим двигатель, чтобы топливо не тратилось. Зомбаков здесь до кучи. Я думал, что тут будут люди какие-нибудь живые. Раскатал губу, да? Пойдем, короче. Посмотрим, что в домике. Слава богу, никого тут нету, пусто. И тут, в принципе, тоже пусто. Еды нет, провизии нет. Почесали. Надо быть очень аккуратным. Ух ты, бочки! Там написано, что это горючее, точнее нарисовано. Может быть, это топливо для нашего... для нашего поезда. Можно открыть. Ничего нет. А что я открыл-то? Скорее всего, капот. Посмотрим, что в коробках. В коробках ничего. А в багажнике? В багажнике тоже ничего. Блин. Давай попробуем к этим бочкам подойти. Ага, убираем оружие, берем почку. Ух ты! Походу наш поезд можно заправлять все-таки топливом. То есть он не на углях, не на древесине, не на электричестве, не на газу, а именно на бензике. Ну, на топливе жидком. Так, откроем лючок. Хе, забавно. И как нам это все залить? Можно? Блин! Так, меня никто не услышал. Но бочка с горючим, она под колесами поезда. И если я поеду, она может взорваться, наверное. О! Под поезд залез. Шикарно. Забрал бочку. Как мне топливо залить? Скажите, пожалуйста. Походу, никак. Ладно, мы позже разберемся. Давай эту бочку я возьму с собой. Одну бочечку. Залезем наверх. Где бочка? Блин. Бочка, ты где? Что происходит? Бочка... Куда она делась?
Здесь не вижу бочки. Бочка исчезла. Мистика. Может быть, она сюда куда-то? О, а вот она, бочка. Можно я тебя заберу? Есть. Вот это прикол. Еще бочку найди. Миссия невыполнима называется. Бочка скрылась, ты найди. Хочу бочку скинуть. А что ты будешь делать-то? Нажимаешь, короче, открыть дверь, и в этот момент бочка выкидывается. Короче, бочку кидай сюда. Пусть она здесь тусит. Наверное, для этого нам и нужны купейные вагоны, чтобы я сюда мог скидывать мусор. Ну и необходимый ресурс. Так, продолжаем обыск. Я думаю, что вот эту бочку я брать не буду, и тут тоже не буду. Обойдемся одной. Хотя, может, я и пожалею потом об этом. Но просто я не понял, как с этих бочек заправлять свой поезд. Может быть, это просто бочки. Открываем паштет. Или килька там, я не знаю, консерва, короче, какая-то. Как рядышком мы ходим с этими зомбаками. Металлолом. Шикарно. Еще металлолом. Кстати, а может быть эти вагоны... Так. Может быть эти вагоны нужны для того, чтобы сделать там мастерскую? Вот этот вот верстак поставить там, например. Вау, вот это что такое? Скраб-полимеры. Офигеть, где их нашел, я чуть не помню. Обыскал все ящики. Что делаем дальше? Там зомбак. Мне нужно проникнуть в дом и найти медикаменты. Первостепенное, что нам нужно искать, это медикаменты. Потому что, учитывая, что происходит в мире здесь, без медикаментов я долго не протяну. К тому же у меня сейчас уже 77 хп. Скоро уровень, кстати, будет, смотри. А уровень, интересно, за что начисляет? За то, что я зомбаков убиваю или что? Кругом зомбаки. А я человек. Человечище. Аккуратненько обходим. Я думаю, что нужно побежать по железной дороге, спрыгнуть в реку, и будет нам счастье. Да, здесь есть возможность спрыгнуть. А еще тут есть какие-то выступы. Видимо, тут что-то было ранее. Плавать я, надеюсь, умею. Давай я сохранюсь на всякий пожарный. И вот теперь попробуем. А то мало ли, вдруг я плавать не умею. Нет, умею. Здорово. А сил нету. Сил нету. Да, когда у тебя сил нету, ты начинаешь терять здоровье. Блинский. Это попадос, конечно. Силы накопились, и в принципе я теперь могу попробовать поплавать. Хотя и не нужно это уже. Я тут все оббежал. Хочу посмотреть, как тратится выносливость, когда я плаваю. Ну, в принципе, можно плавать. Не страшно. Так, мы добрались до пристани. Есть вероятность, что мы там найдем медикаменты. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. В ящичке что? Металл. Мне бы тут еще оружие найти. А то вот с битой и с кинжалами, это, конечно, все круто, что они у меня есть, но... Зомби, они очень больно бьют. Хотелось бы как-нибудь на дистанции их валить. Я думаю, что я сейчас вот так вот пробегу здесь. И спрыгну тут. А, стоп. Выносливость подкопим. Все, готов. Погнали. Успешно доплыли. Ну как успешно? Там зомбак ходит. Надеюсь, что он там один, и мы сможем... И мы сможем его одного убить. Где тут зайти-то можно? Так, прокрадываемся. Он нас не видит. Наконец-то мы добрались до первого домика. Фух, закрываем двери. Тут два ящика. Бабки и майонез. Тут что у нас? Пестик. Чё за фигня? Какого? Чё происходит? Фейерверк сработал. Блин, когда я взял ствол, сработал фейерверк, как будто сигнализация, чтобы оружие никто не украл. И зомбаки бегут, смотри. Вот это попадос. Бегу внутрь, закрываюсь тут нафиг. Капец. Пусто. Так, я же ствол нашел, да? Вот он ствол. Надо его перезарядить. Ништяк, я готов. А еще мне надо поесть. Подождите, ребят, дайте я поем, водички попью. Интересно, как долго будут выдерживать эти двери? Чипсы такой ем, воду пью.
Блин, на самом деле очень плохую тактику я выбрал, потому что сюда сходятся зомби, по-моему, все, которые есть на острове. Смотри, вон они идут. Я через окно их вижу. Двери, кстати, ломаются. Блинский! Ладно, впускай этих чуваков. Патроны кончились. Перезарядка. А есть разница, куда им стрелять? В голову или в тело? Level up. Отлично. Ай, черт, сколько их тут, а? Фух. Че, всех? Вон еще толпа бежит. Двери закроем. И валим отсюда нафиг. Я, пожалуй, поплыву. Жалко, медикаментов не нашел. Кстати, учитывая, что зомби все сбежали сюда, у меня есть время. Блин, бочка там. Бочка, надо ее взорвать. Плыви быстрее. Это... Черт. Есть минус один зомбак. Надо было подождать все-таки, да? Так. Готов. Патриков мало осталось. Смотри, они по костру идут. Но ничего им не стало. Так, время обыскать дома, пока они там где-то чешутся. Что у нас тут есть? Опа! Здорово! Да блин! Надо отхилиться. Я немножечко кирпичей навалил. Испугался, что он тут есть. Медикаменты. О, у меня 3 медикамента. Здорово, здорово, надо подхилиться. Перевязочку сейчас себе сделаем. Все, фух. Сейчас будет попроще. У меня остался один патрон в обойне, дополнительной обойме, а так у меня 8 патронов, то есть 9 патронов общей сложности. Так, ребят, надо... Да блин, промахнулся. Перезарядочка, последний патрон. Сейчас буду в рукопашку его валить. А, нет, мне фартанул. Все, патриков нет. Где бы их найти? Фух. Там, мне кажется... Туда нет смысла идти, там ничего больше нет. Да уж. Берем биту в руки, по стариночке. Что-то здесь кто-то был. Внутри. Внутри зомбак есть. Надо его выманить и залезть туда. А тут есть? Кстати, странно, его там нет уровня. Но тут есть кухня. А значит, там есть провизия. И мне туда нужно попасть. Тут... А, их там двое. Не, я туда не пойду. Нет, спасибо. Пойду лучше в другие дома. Тем более там такой опасный чел. У него там руки-крюки. Чего-то я так не хочу. Кстати, мне уже скоро надо будет поспать. У меня очень мало энергии. Да блин, ну... Ладно, иди сюда. Слышь, вот тай, сейчас тебя битой. Размозжил ему мозги. Фух, надеюсь, не зря. Что у нас тут есть? Пусто. Пусто, блин, зря. Зря я сюда залез. Конечно. Не густо здесь, не густо. Пойдем тачки проверим. Может, что? Кажется, нас запалили. Ну, конечно, нас запалят, потому что я тут бегу, как сумасшедший, шумлю. В тачках ничего нету. Вот тут вот что-то может быть, кстати. Нет, пусто. Да блин. Бежим в дом, там зомбак. Сейчас всех соберу нафиг. Сейчас на скорости забегаем в дом, короче. Вот так вот забегаем. Надеюсь, тут никого нету. Ребята. Холодос проверяем, водичка. Быстренько. Все, проверяем. Ну, удачно зашли. Здесь задний ход, шикарно, можно будет отсюда свалить. Пошли на второй этаж, быстро сбегаем. Оп, комодик. Тут что, кто-то есть, да? Ой, ёпарасоте. Нет. Западню сам себя. Сейчас мы по-хитрому сделаем. Вот так вот закрыли его. Теперь идем сюда. Тупые зомби. Ага. Обдурел. Патрики нашел. Шикарно, можно жить. Где пистолет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, какой он шустрый. Я тут все обыскал, нет? Кажется, все обыскал. Дверь почти сломана. Ё-моё, сколько вас там? Ай, в западню попал. Бежим отсюда. Капец.
Ёшки-матрёшки. Быстрее в поезд. Быстрее к поезду. Еще бы подлечиться надо было бы. Я тут стою прям под открытым небом. Кажется, нас запалили. Все, нафиг чешем отсюда. Вот сюда бы я еще, конечно, залез бы. Потому что там охраняемая территория. Ой, зомбак. Зомбак. Чуть не врезался в него. У меня есть немножечко патриков, поэтому есть шанс сюда пробраться. Смотри, видишь, какое тут ограждение? Мне кажется, что там что-то есть. Что-то должно быть. Не урчи так на меня. Сейчас я бегу это ограждение. И посмотрим, что у нас тут есть. Этого чувака мы сейчас... Готов? О, смотри, какой здоровяк стоит. Фух, он уходит. Блин, сюда не так-то просто попасть. Мне кажется, здесь нам понадобится молоточек, слушай. Давай возьмем молоток. Нет, молоток не подойдет. Обито. Тут дверей просто нету. Хотя вот тут можно пройти, мне кажется. Блин! Твою ж налево. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Уже ночь. У меня даже нет фонарика, поэтому надо отсюда сваливать. Ой, это еще один зомбак. Главное не нарваться тут на толпу. У нас уже закончило. Пошел вон. Фух. Все, сваливаем нафиг. Капец. Капец, капецки. Очень опасно здесь, в этом мире. Фух. Так. Заходим, короче, в поезд. Включаем свет. Я же включил, да, точно, это свет. И у нас он работает, шикарно. Включаем свет. Хотя нет, не будем привлекать внимание. Мне нужно где-то поспать. Да блин. Где я могу поспать, интересно? Фух, они все сюда лезут. Не, надо валить, короче, отсюда. Сейчас запущу. Ой-ой-ой-ой, упал. Сейчас запущу локомотив, врубаем свет, убираем тормоз. Погнали. Погнали. Все, прощайте, ребят. Ой-ой-ой-ой, реверс врубился, я задний. Задом поехал. Мне надо вперед. Кажется, у нас там бочка с ума сходит. Давай ее, короче, выкинем. А, она сама выкинулась. Ну и хорошо. Пока я там мудрился, убирал с рук все. Так. Я, короче, хочу включить здесь свет. И попробовать поставить верстак. Верстак, верстак, верстак. Посмотреть, что мне это даст. Этот верстак у нас будет стоять. А, давай вот здесь вот мы его поставим. Вот. По всей видимости, это такой же верстак, как и там. Все, я его смастерил. По-моему, он задом наперед стоит. Ну да, он задом наперед стоит. Ну да пофиг. А, я его демонтировать могу. Подожди. У нас тут появились какие-то новые предметы. Разве я эти предметы не мог сделать вот на этом верстаке? Как тут темно-то, блин. Можно свет включить? О, отлично. Разве не мог? Нет, не мог. Прикинь, это разные верстаки. Ладно, пофиг, что он криво там стоит. Мы куда-то едем. Не знаю куда. Ух-ух-ух. Но куда-то едем. Что у нас по топливу? У нас хватит топлива доехать куда-нибудь? Ой, топлива у нас совсем мало. Это очень плохо. Если тебе понравилась эта игруха и ты хотел бы видеть ее почаще, то ставь лайкос, а также подписывайся на канал, если ты еще не подписан, и оставляй крутые комментарии. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.